Парни, я все понимаю. У каждого из нас есть своя личная жизнь. Но мы хотим молодежь привлекать. Премьера. Зачем тебе Кисляк вчера 3 раза звонил? Костров твой. Так и норовит все ему рассказать. Ты, говорят, не веришь в дружбу между мальчиком и девочкой? Мы с Маринкой дружим. Ты какие-то гадости хочешь Щуке рассказать? А что застыл, как статуя? Костров, ты же умный мальчик. Давай не будем просто так чесать языком. Никогда не думал, что ты лично на лед потащишь. Молодежка. 7 октября в 21:00 на СТС.